Новокузнецк – сталелитейная столица Сибири и трудовая мощь Кузбасса, обеспечивающая страну алюминием, сталью и с недавнего времени резиной. Правда, не той, которая покрывает беговые дорожки или которую натягивают на колеса легковых автомобилей. Видимо, отдавая дань сталелитейным традициям, спрятали резиновые изделия в квадратик, отливающий металлическим блеском. И интересно, что идея сибирского контрацептива пришла в голову именно тем, кто позиционирует себя как самых отвязных, живых и диких представителей заснеженной части планеты. Ну, на самом деле, эта идея была нами придумана просто в качестве шутки. Мы придумали ее как такой хулиганский проект, о котором мы подумали о том, что в Сибири обычно холодно, и это такой один из способов эффективно согреться, поэтому мы его, собственно, вот и придумали и выпустили. То есть, как бы это такая шутка, которая как бы очень так здорово пошла в массы. И настолько успешно пошла в массы, что уже заказывают сибирское резиновое изделие под номером 2 из разных уголков страны. Причем некоторым заказчикам приходится отправлять срочной доставкой. К чему такая срочность? Остается только догадываться. Хотя, опять же, этот товар скорее сувенир, которым можно при острой необходимости воспользоваться по прямому назначению. Ну, либо просто надуть как шарик. Кстати, скоро воспользоваться этой возможностью смогут и жители областной столицы. На самом деле у нас есть уже сеть магазинов. У нас 10 магазинов по всей стране. В данный момент в Кемерово через 2 дня открывается 11-й магазинчик. То есть как бы это и является одним из наших новых продуктов. Правда, вот цена у продукта куда выше привычных большинству аналогов иностранного и отечественного производства. Хотя, по сути, ничего необычного в этой блестящей упаковке не лежит. Контрацептив из Сибири с натяжкой можно назвать особенным. Он не покрыт мехом и даже не пахнет хвоей. Но, возможно, может гарантировать обладателю сибирское здоровье и стойкость характера. Артем Козак, Александр Архипенко, новости моего города.